Сегодня в городском дворце культуры состоялся заключительный тур республиканского фестиваля «Театральные каникулы», в котором приняли участие театры крупных и малых форм, агитбригады, театры пантомимы и пластики. Конкурс объединил сотни участников, представлявших два десятка творческих коллективов из Донецка, Горловки, Пантелеймоновки, Ждановки, Новоазовска, Тельманова, Иловайска и, разумеется, Харциска. Харциск – театральная столица республики. Именно такое первое ощущение сегодня сложилось у зрителей, побывавших на открытии фестиваля «Театральные каникулы». Для проведения масштабного мероприятия коллективу Дворца культуры пришлось потратить не один день и даже не одну неделю, чтобы произвести нужное впечатление на участников и гостей фестиваля. И это им явно удалось. На церемонии открытия театрального форума со словами приветствия и пожеланиями удачи всем поклонникам мельпомены к присутствующим обратилась заместитель главы горадминистрации Юлия Крюкова. Мы рады, что вас так много, любители театра. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда в душе жили с театром. Всю свою жизнь вы прошли вместе с искусством. Чтобы ваша душа была всегда светла. Творите и радуйте ваших зрителей. Республиканский смотр театральных коллективов проводился в ДНР уже во второй раз. Мероприятие масштабное, инициировано Министерством культуры, соответственно, на принимающую сторону была возложена немалая ответственность. Для нашего города это очень значимое событие. Именно первый раз на сцене городского дворца культуры пройдет сегодня республиканский фестиваль смотр театральных коллективов разных форм. И не зря выбрана именно эта неделя. Почему? Потому что 27 марта проходит профессиональный праздник, праздник театра. Поэтому я думаю, что и не зря выбран наш город, потому что он славен талантами. Талантами наших работников, наших учреждений. После довольно яркого и позитивного открытия мероприятия участники фестиваля перешли к основному действу. Разножанровые и разновозрастные самодеятельные коллективы по очереди поднимались на сцену городского ДК и демонстрировали свои постановки. В этом году в конкурсе приняли участие не только самодеятельные, но и полупрофессиональные и даже профессиональные актерские труппы. Одна из основных задач этого фестиваля – прежде всего познакомить их и свести их всех на одной площадке, чтобы они увидели друг друга. В общем-то, это фестиваль смотра, и мы оцениваем работы и режиссеров, и актеров, которым от 8 и до 70 лет на сегодняшний день. Но самая главная задача – это дать им площадку, на которой они могут пообщаться между собой. Первый фестиваль проходил в городе Донецке, второй мы приехали, нас очень гостеприимно встречают в городе Харциске, для того, чтобы фестивальное движение охватывало все города республики, не только столицу. Помимо соревновательной составляющей, организаторы включили в программу фестиваля мастер-классы для начинающих актеров, а также провели показ моделей одежды от Донецкого театрального комбината.